Всем привет, друзья, это Ветерок, и мы продолжаем Aliens Isolation. И сейчас мы с вами попробуем дойти до гада, мрази, подонка, который выбросил нас вместе с чужим в открытый космос. И попробуем ему отомстить. Или не попробуем ему отомстить. Ну, что-нибудь да с ним-то сделаем. Может, ноги оторвем. Руки оторвем. Выбросим его в открытый космос, и пусть он смотрит, как части тела его летают нам. Ха-ха-ха, лошара. Не? Ненавижу загрузки. Рипли! Рипли, это Рикардо! Ты выбралась? Сволочь твой, Уэйтс. Да, он человек безжалостный. Всегда таким был. Упрямый, как осел. Если бы он меня слушал, мы бы до всего этого не докатились. Дело сделано. Извини, что напортачил с дверью. Проехали. Ты же ее все-таки открыл. Жди меня в штабе. Так. В штабе ждите меня, я сейчас подойду. Опа! Подожди, трупик, как я мог про тебя забыть, сладкий ты мой. Больше я ничего не могу создать там, аптечку, нет, совсем ничего. Печалька, давайте сохранимся. Конечно, я только что начал, но, блин, раз тут стоит терминал, чтобы 100 раз не прыгать туда-сюда, назад. Я сразу тут сохранюсь и не буду париться, беспокоиться ни о чем. Где этот Уэйт, саный? Карты дай мне. За звуки там издаются. Они что, пытаются меня напугать? После чужого вы пытаетесь меня напугать, саны людишки. Даже если у вас тут есть андроид, я готов ко всему. У меня есть дробовик, вы чё? Вы чё, ребят, попутали? Смотрите-ка, это не из наших. Смотри, нас много, а ты одна. Ой, блядь. Вы чё, ребят? Давайте жить дружно. Вы, блин, живете все на одной станции. Какого черта вы друг друга уничтожаете? Как вы до этого жили вообще? Свиньи. Как дверь заперта? Как так-то? Как дверь заперта? Ой. Куда идти? Блин. Что? Подать энергию к двери. Нет, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Не ожидайте дальнейших продаж. Сюда мне подать энергию, да? А где? А куда? Откуда? Привет. А куда? Откуда? Так, лифт мне не нужен. Тут ни хрена нету. Игра опять тупишь? Не делай так. Я этого ненавижу. Нет, конечно, клёво, но я ни хрена не понимаю, что делать опять. Вот эта игра страдает этой болезнью, блин. Ни хрена не понимает, что делать. Чувак, я тебя сейчас стрелю, будешь так делать. Достанешь меня. Как дверь заперта? А как мне ее открыть? Дверь заперта. А как ее открыть? Ну, мне всяко сюда надо. Чё, я ни хера не понимаю. Ни хера не понимаю. Давай загружу последнее сохранение. У меня такое чувство, что игра меня наебывает.
меня глубокое чувство, что игра меня наебывает. Огромное же. Нажимается. Она зелененькая, но она не нажимается. Кто-нибудь это видел? А теперь меня показывает туда. Это как вообще? Это вообще нормально? Игра, ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Потому что я ничего не понимаю. Это я туплю. Тут два варианта. Либо я туплю, либо игра тупит. Ну, игра это такая вещь, которая тупит редко, но метко. А я туплю всегда. Откройся. Слышь, ты откройся. Просто, блядь, откройся. В чем твои проблемы? Я не знаю, что делать. Давай застрелим их, попробуем. Он убежал? Огонь! Нет, он здесь. Это не нажимается. Эй, вон там было какое-то движение. Какое движение? Подать энергию к двери. Ты, блядь, ты охерел, игра! 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 Чи! Чи! Игра! Ёб твою мать! Ты чё, говна поела, что ли? Блядь! Вот... это ужасно, отвратительно просто. Как она может так тупить вообще, эта игра? Куда это меня приведет? Не знаю, куда. Че, тут останешься жить? У вас тут банда целая. У тебя тут семья, походу. Хорошо, оставайся тут. Мать. Залазь. Это жесть. Я уже чувствую себя как дом. Вот это вот. Вентиляция, это мой дом. Мне здесь нравится, я останусь здесь. Что? Улучшенный чертеж М-мины. Это хорошо. Что так улучшилось? Что-нибудь улучшилось? Ну, то есть вообще как-нибудь. Мне стало от этого легче жить? Я не думаю. Игра, видимо, считает обратно. Ребят, только вылезите. Я не попал. Не хочу тебя расстраивать, но тут что-то не так с андроидами. Да я в курсе. Ты только проснулся, они у вас, да? Тут давно с ума сошли. Да нет, тут что-то новое. Они уходят с постов. Я видел одного в общественной зоне. Такого еще не было. Ну, класс. Ты уж осторожней. То есть они сейчас будут ходить, вот так бродить, меня пугать, да? Это что такое? В зоне поражает, ослепляет. Ослепляет нам не надо. Звуковой генератор что делает? Срабатывает устройство, издает звуки. А, это... Это мина, молотов. Давай молотов возьмем. Нет, блин, он слишком яркий. Давай дробовик возьмем все-таки. Все-таки молотов, он яркий. Он меня в первую очередь слепит. Тут все горит, все плохо очень. Андроиды теперь будут бродить тут как призраки. Но я их встречу, у меня есть для них подарочки.
38 подарочков! Где они? Бля, куда я иду вообще? По-моему, я не туда иду. Я не знаю, куда я иду, честное слово. Все так запутано. Может, они... может туда иду, может не туда иду. Откуда я пришел? Какое отделение от станции? Ты о чем вообще, чувак? Огонь няшно нарисован в этой игре. Так, мне вот сюда. Выпустите меня. Что-то холодно стало. Что-то вообще холодно стало. Или это у меня так? У! Андроиды. Быстрее, быстрее, мать. Быстрее, пока никто не видит. Да. Клёво. Супер, супер-пупер. Но андроиды, они не такие страшные, как чужой. Чужой все-таки... Смотри. Все-таки чужого убить в этой игре нельзя. То есть только по скриптам. А вот с андроидами можно повоевать. Только они берут количество. Самые слабые это люди, конечно, как всегда. От них вообще. Ну, хотя они оружием... Блядь, ну тут все опасные, на самом деле. Чужие люди, все андроиды, блядь, айфоны, майфоны. Не знаю, услышит ли это кто-нибудь, но... Я должна рассказать, что тут происходит. Я прилетела сюда несколько месяцев назад, чтобы написать о закрытии станции. Обветшавшая мечта, рухнувшая надежда. Я думала только о статье. Люди были просто пуговкой, с носками под... Погоди. Я заблудился. Текстом. Начались исчезновения. Я почуяла сенсацию. Я уже предвкушала свой карьерный взлет. Ай. Но вот мы остались без связи. Я опять не знаю, куда идти. Что это такое? Серьезно? Мне вентиляцию? Давай. Уэйтс, это Рипли. Что у вас там с андроидами? Я не знаю. А что за новый уровень угрозы? Да не знаю я. Пытаюсь выйти на связь с вашим Себрисом. Может, он в курсе, что затевает Аполло. Не нравится мне это совсем, не нравится. Один. Один. Три. Ой, блядь. Ой, мать, я как бы не был к такому готов. Что там происходит? Что у них происходит? Ой, андроиды всех переубивали. У них андроиды всех переубивали. Блять, брось ты ее! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пусти, пожалуйста, брось меня, брось меня. Нет, 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 нет! Да не х...
хотел! Как тут? Тут по-идиотски сделан тоже оружие, надо переключаться постоянно между ним. Просто мега тупость. Вот я хочу револьвер, блядь, чтобы мне его взять, мне надо реально как-то перемутить весь инвентарь свой. Только после этого она возьмет его. Ай-яй-яй-яй-яй, брось меня, не трогай! Какой-то нежный. Какой-то ласковый. Какой-то вкусный. Есть! Вот нет бы, блядь, просто вот как-то... Сука, шокер. Шокер, револьвер, блядь. Дробовик, огнемет, шокер, дробовик, револьвер. Спрятался? Ладно, чувак, я тебя не буду убивать, потому что тебе, наверное, и так досталось. Еще похлеще, чем мне. Блин. Любить тебя все-таки, потому что ты мразь тоже такая. Где ты? Тупая. Он убежал, походу. Не знаю, куда он делся, короче. Бежал от меня. Засал. Что к ним его там уже? Блять! Чувак, я думал, вы друзья! Это ёбаный киборг! Бросил вообще в него! Говно бросил в него. Детонирует вредарь, наносит увечья, оглушает всех в зоне. А чё он не оглушил его? Не знаю. Чем бы тебя грохнуть таким? Давай дробовиком. Есть! Целых две ачивки получил за тебя, чувак. Ты... Я тебе так благодарен. Ну-ка дай. Байк, я хочу твой взять. Какая битва тут идет, разгар просто. Все друг друга валят, убивают. Патроны к дробовику, это шикарно. Это клёво. И куда мне валить? Куда мне валить? Ну куда-то туда. Да, твое месиво. Здесь я не пройду никогда. Одни трупы валяются. Андроиды реально с ума посходили просто. Тут без андроидов все плохо было. Ты тут без чужого все плохо. Она... Алена улетела и все равно... Хреново жить-то. Это, наверное, высокий уровень угрозы, самый большой. Куда идти? Куда идти, игра? Там что-то кто-то где-то шевелится. Игра не может определиться, куда мне идти. Я тоже не знаю, куда мне идти. Чё с ней не так? Сюда? Блин, ну ты писец какой-то. Как я тебе должен зайти, чё? В чем дело? Андроиды с цепи сорвались, нападают на всех, кого видят. Я не знаю, что происходит. Они уже не просто атакуют нарушителей, они как будто охотятся. На кого? На всех и каждого. В каком смысле? Погодите. Что погодите? Чё погодите? Кто управляет андроидами у вас тут? Кто главный? Скайнет? Что за дела, ребят? Серьезно. Так, господи, они аккумуляторы валяются. Только они мне не нужны. Сюда? Что тут не так?
Их всех переубивать просто-напросто. Показалось? Нет, не показалось. Ты уходишь? У меня есть дела поважнее. Я ухожу. Если ты не хочешь уходить, я ухожу. Ты горящий андроид, ёпты. У тебя лава вытекает, чувак. Ты умрешь вообще от огня? Ну, по идее, должен. Расплавиться там должен, ты всякое такое. А может и нет? Может и нет? Ты упал? Ты там, надеюсь, был один. Хорошо, патрошки-то заканчиваются. Че у тебя там было? Клей, клей, токсикоман, долбаный, обдолбанный. А? Ага. Е, аккумуляторы! Еху! Сколько они, интересно, выживают после выстрела дробовика в лицо? Как много они могут вытерпеть такого отношения к себе? В отличие от чужого, я вас не боюсь, ребята. Я буду вас убивать. Жестоко. И беспощадно. Тут ничего совсем. Обидно. А, не, смотри, открылось. Хера себе. А тут все открывается. Кто-то там кого-то стреляет. Это клево, но мне, чуваки, ну мне серьезно, не сюда надо, наверное, идти. Я не знаю, куда мне идти, ребят. Но я потом к вам зайду на огонек. Где тут был выход другой? Здесь, да? Не, погоди. Я запутался! Не запутался! Вот здесь я не был. В жилой башне Соломон вы найдете все, чтобы почувствовать себя как дома. К вашим услугам галерея Соломон. Большой торговый центр, в котором... Соломон! ...население и гости станции могут приобрести все необходимое. За порядком круглосуточно следят офицеры службы безопасности. Жильем вас обеспечивает компания Шазани Сикостей. Названная... Где тут сохранялочка есть? В жопе где-то. В честь основателя корпорации СИС. Рабочим и Сити предлагаются комфортабельные квартиры. А те, кто приехал путем бизнеса... Колониал Маринс. Ну, почти, да. Шериф, до вас добраться. Уэйтс, тут проход заблокирован. Открыть как-то можно? Уэйтс? Ах, ублюдки, кровожадные ублюдки, не смейте их трогать! А ну, валите! Прекратите издевки. Савцы! Уэйтс! Уэйтс! Хорошо, я все понял. Ничего хорошего. Он где-то наверху. А как туда попасть? Блин, будем следовать карте. Да, через второй этаж. Там они ходят, будет довольно тяжело. Это будет непросто, непросто. Процедура отделения от станции завершена. Сохраниться негде. Спасибо за ожидание. О-о-о.
все плохо-то? А это не откроется, говно. Мяу! Я не хочу умирать, вот вообще, вот сейчас вообще не хочу умирать. Это люди? Это, по-моему, люди. А если это люди, их можно застрелить просто-напросто. Сколько их там? 1, 2, 8. Сохранялка! Какая прелесть. Есть. Вот теперь не страшно и умереть. Если я умру, все будет в порядке. Я в этом уверен. Морг? А, не морг. Контейнеры. Слушай, это спальники. Это спальники жить? Хер знает. Просто чемоданчики. Тут вещи хранят какие-то. Обычно в таком китайцы спят. Господи, как же неудобно. Помощь, ты еще здесь? Почему у нас не хватило мозгов остаться? Ошибка, держитесь. Микс, я понимаю, ты не в себе после того, как эта хреновина вылезла из Фостер. Но пора бы взять себя в руки. Вчера в лагере в торговом центре ты надрался до беспамятства и наговорил много лишнего. Ты знаешь, как они на тебя смотрели? Я тебя утащил, и больше нам там появляться нельзя. Никто не должен знать, что ты зависит дорог. Вернусь, когда проспишься. Ну иди сюда. Ну иди сюда. Чё ты? Ты танцуешь? Я промазал! Ну как я мог промазать? Ну ёб твою мать! Ну дробовиком-то в лицо! Ну уже промазал я, писец какой-то. Лавься ты, тварь! Ну, писец, ну, дробовиком лицо, ну, как я мог промазать? Ну, ужасно. Ну, прям одно расстройство. Ну, серьезно, серьезно. Хоть заново начинай. Чувак, ну, я не на тебя зол, я на себя зол. Как я мог промазать-то? Ну, так уж постыдно-то. Блин. Ладно, промазал так промазал. Ну серьезно, это дробь, ну хотя бы там немножечко должна была ему в лицо влететь. Ну, настолько уж трэшово-то тоже не надо делать. Игру. Не туда. Нету места, короче. Ладно, побежим дальше. Вот еще один чемодан пропустил. Вот супер. Вот супер. Надо коктейль молотов было ему в лицо кинуть и все. Что-то я не подумал. А что это за все датчики на коктейль молотов стоят? Они тоже как-то там взрываются, наверное. Ой, что-то у меня с жизнью все проблемы. Что ты делаешь, блядь? Что ты, блядь, сделала? Аптечку я сказал, используй. Ну ебаный дуру. Ну ты дура. А, Рипли, ты писец какая мутная. Дай шокером, я еще шокером буду херачить всех. Куда идти там? Сюда идти. Топливо для огнемета, это хорошо. Где я? Пустая комната какая-то. Ладно, пусть остается. Ну ты. Пи-пи-пи-пи, откройся. Пусть остается пустой. Дальше файеры, 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 файера, файеры, файера, файера. У
не густо, да. Тебя я уже, по-моему, обследовал. Да, ты пустой. Терминал какой-то. Раньше я тебя не видел, дружок. Какие у нас планы, угроза, безопасности? Ой. Я в лагере у торгового центра уже около суток. Я напуганный. Но все еще верят, что Лойд сможет прикончить эту тварь. Они забыли о другом. Где я? В тех опасностях. Они вообще забылись. Отбирают друг у друга еду. Все, максимально исследую, как только возможно, потому что интересно все-таки каждую комнату осмотреть, не? Ну, мне, по крайней мере, интересно каждую комнату ошмалять. Так, я туда бегу или туда? Туда. Этот меня за ногу сейчас хватит. Поэтому держимся от него подальше. Мне этого не надо. Ползем, ползем, сеструля. Где же мои товарищи-то? Это Ренсом. Нам надо обсудить то, что случилось в госпитале. Да, ситуация жуткая. Понимаю, почему вы хотите разобраться с ней как можно быстрее и тише. Но я бы не советовал вам принимать поспешных решений. Давайте лучше поймаем существо живьем. Если обтяпаем это дело грамотно, можем озолотиться. У меня есть связи, Уэйтс, я все устрою. В конце концов, вы уже не молоды. Что вы будете делать, когда Севастополь закроют? В общем, подумайте. Мой номер у вас есть. Уэйтс, это доктор Лингард. Ко мне поступила пациентка с... Я даже не знаю, как это назвать. С каким-то неизвестным паразитом. Я вбил ее в базу. Эта женщина на Севастополе зарегистрирована. Судя по всему, на станции она недавно. Вы об этом что-то знаете? Я не понимаю, чем занимаются люди Синглера, и как такое могло произойти в условиях карантина. Кто знает, что еще они к нам пропустили. Пациентка ждет меня в смотровой. С ней человек, который ее привез. Немедленно приходите. По-моему, я это уже слышал. Я точно не помню. Никуда, туда, туда, туда. А, ну мне вообще без разницы, куда. Поэтому, потому что я сохраняюсь. И останавливаюсь на этом. Пока что все у нас. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, ребята.